Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко, а это мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня очередной рецепт из серии «Все разлей здесь вокруг». Сегодня очередной рецепт из серии «Готовил обед», решил заодно его и вам показать. Будем делать вкуснейший суп-пюре из брокколи, и это на самом деле один из любимых моих супов, доказательство тому, что рецепт уже лет 8, наверное, есть в блоге, а вот видео все еще нет. Несправедливость устраняем, исправляем, в общем, как всегда, следите за руками, поехали! Все овощи моем, чистим и заранее брокколи разбираем на соцветия. Несколько мелких, самых красивых соцветий я оставляю, они пригодятся для украшения. Лук мелко-мелко нарезаем. Чеснок тоже мелко рубим, предварительно удалив сердцевину. Порей можно порезать чуть крупнее. В глубокой кастрюле разогреваем сливочное и растительное масло. Можно использовать только растительное. Добавляем лук и обжариваем до полупрозрачности, минуты 2-3, периодически помешивая, чтобы ничего не пригорало. Затем добавляем мелко порубленный чеснок и обжариваем еще минуту. Следом добавляем порей и обжариваем еще минуты 3, чтобы порей стал таким мягким. И, наконец, добавляем брокколи. И сразу соль. Хорошо перемешиваем и обжариваем все еще минуты 3. Здесь уже скорее не обжариваем, а немного пропариваем, чтобы брокколи стало помягче и насытилось всеми вот этими вкусами и ароматами. Затем добавляем муку, постоянно мешая, обжариваем еще пару минут. Заливаем бульоном, идеально подходит овощной или куриный. Как приготовить и тот, и другой, вы можете посмотреть в отдельных видео, ссылочки оставлю в описании, в списке ингредиентов. Доводим до кипения, приправляем черным молотым перцем, и теперь необходимо суп проварить минут 10. Этого будет вполне достаточно, тут главное, чтобы брокколи размягчились. И потом вжихаем все как следует с помощью блендера. Уже во вжихнутый суп добавляем кокосовое молоко или кокосовые сливки. Можно добавить обычные сливки, кому что нравится. Хорошо перемешиваем, пробуем на соль, при необходимости досаливаем, доводим до кипения и суп готов. Пока варится суп, можно бланшировать мелкие, оставленные в запасе соцветия. Для этого просто опускаем их в подсоленную воду, минуты 3 отвариваем и затем перемещаем в воду ледяную. Все, они останутся красивыми, насыщенными, зелеными и хрустящими. При подаче можно добавить кусочки сливочного сыра, тыквенные семечки или какие-нибудь орешки. Добавляем бланшированные соцветия, немного розового перца, если найдете, он прям вот здесь идеально вписывается. И несколько капель оливкового масла. Все, приятного аппетита! Так, все хорошенько перемешать, чтобы сыр подрасплавился в горячем супе. Ну это очень вкусно и нежно, и насыщенно по вкусу, и легко брокколи чувствуется. Порей вот такой легкой ноткой. Лук и чеснок, они прям растворились, но при этом создают такую глубину вкуса. Это прям идеально. А вот эти все добавки, и сыр, кстати, с сыром с плесенью тоже очень вкусно, и с козьим сыром вкусно, и сыр, и семечки, и розовый перец, это все создает просто какой-то настоящий праздник вкуса. Вот эти хрустящие соцветия, это просто прям, они еще больше подчеркивают нежность супа. Я ужасно голодный, остановиться просто не могу. Это очень вкусно и срочно всем надо. Ну, особенно если вы любите брокколи. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео. Там же под видео я жду. Да что ж такое, сейчас все здесь разолью. Под видео я жду ваши лайки, чтобы быстрее появился следующий видеорецепт. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте и постите то, что готовите по моим рецептам в Инстаграме. Отмечайте меня там, я все в сад. С удовольствием всегда смотрю и... здесь показываю. Всем отличного настроения. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. Ты не
не слышишь меня? Привет. Быдро. Печенечки покрошим. Привет. Очень вкусно. У вас большие руки. Нет, ну это Денис большие руки. Денис сегодня очень дерзкий. Как нам открыть-то ее? И как же ее? Давай ее! Руки не сломай. Зимние холода. Калифорния на тебя плохо влияет. Убрал камень.